В Греции стартовал судебный процесс, который юристы уже прозвали сюрреалистичным. В нелегальной транспортировке беженцев обвиняют людей, которые их спасли. Татьяна Лагунова знает подробности. На скамье подсудимых трое спасателей из испанского города Севилья. Несколько лет назад, в самый разгар миграционного кризиса, они взяли отпуск за свой счет и отправились в Грецию. Чтобы помочь местной береговой охране спасать беженцев, которые пытались попасть в Европу по Средиземному морю. Испанцы сообщили о своем прибытии властям Греции, зарегистрировались и приступили к работе. А спустя несколько недель на них надели наручники. Когда нас арестовали, на нашем судне вообще не было беженцев. Мы отправились в спасательную операцию ночью. Было очень холодно, но мы не нашли ту шлюпку, которую искали. Власти Греции обвиняют испанцев в нелегальной перевозке беженцев. Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы. То есть такое же, как и для нелегальных перевозчиков, которые за большие деньги переправляют беженцев в Европу на надувных шлюпках и прохудившихся лодках. Мы делали то же самое, что и, например, после землетрясения мы спасали людей. Только в этом случае мы помогали тем, кто был в море и пытался добраться до берегов Европы. Этот процесс не единичный случай. По данным гуманитарных организаций, подобные обвинения предъявлены десяткам спасателей из разных европейских стран. Во всех случаях органы юстиции тоже не увидели разницы между спасением беженцев и их нелегальной перевозкой. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер».